Человек-паук. Доктор Коннорс, нужна ваша помощь. Тебя разыскивают. Я могу вызвать охрану. Однажды я выручил вас. Я бы мог вас выдать, но не сделал этого. Что тебе нужно? Все дело в костюме. Нужно провести его тест. Отрежьте кусочек материала, если сможете. Что значит, если смогу? Попробуйте. Что это? Режьте скорее. Откуда он у тебя? Со дна Гудзона. Материал клеточной структуры. Ядра делятся. Этого я и боялся. Он живой, не так ли? Живой, как ты или я. И что же показали анализы? Просто поразительно. Смотри. Возьмем простейший организм, к примеру, азотной основы. Теперь я добавлю молекулярную цепочку от твоего костюма. Они соединяются. Она копирует и изменяет собственную молекулярную структуру. И совершенствует организм хозяина. Организм хозяина? Вот значит, кто я для нее. Не только. Это сложнее. Организм, питающийся за счет другого. Стало быть, я? Он не сросся со старым костюмом. Я мог бы даже сказать, что этот кусочек материи – разумное существо. Он может думать? Куда ты? Ты должен немедленно снять костюм. Не могу. Сперва мне нужно кое-что уладить. Избавься от него! Он мне нужен!